Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. За допомогой до губернатора старшиня Гомельского облвыканкама Геннадий Соловей провел прямую линию и прием громадян у Рогачове. Право на працу. Сегодня у Гомеля отбылся кермаш вакансии для людей с обмежеванными махчимостями. Корыстные и приемные подарунки. Белорусский союз жанчин собрал портфели першакласникам Гомеля. А зараз об гэтым и іншым больше подробязна. От пытання уборочной кампании и полевых работ, вытворчасці сельгастехники до комплексного развития региона и области. Президент Беларуси Александр Лукашенко провел инспекцию Иўеўскага района Гродзенщины. И первый пункт – Лида Техмаш, где собирают сельгастехнику. Там Александр Лукашенко доложили про ход жнива, где по традиции Гродзенская область у лидерах. Кіраўнік державы еще раз отзначил, что необходимо дзейнічаць разумно, минимизовать страты при уборце уроджаю, особенно з уліком кукурузы. Увогуле мета – собрать не менш, як 9 мільйонов тонн. Так само Александр Лукашенко заклікав регіони подыходзіць самастойна до нарыхтоўкі кармоў. Вывучыць президент у ближайший час і ситуацию с перапрацоўкай льону. У целым Александр Лукашенко мае намер надать асаблівую увагу районам, отдаленным от областных центров. Почему я приехал в Иви? Если честно, я сотни, может быть, раз пролетал над районом Ивневском и ни разу не приземлялся в городе. Но я очень переживаю и боюсь за большую ошибку в Гродненской области, когда все губернаторы топтались там, на западе. Гродно, вот эти основные мосты, Берестовица, Шучин там рядом, отчасти Волковыск, да. Вот они все там, а где-то далеко этот островец, ну, благо станцию атомную начали строить, то тому краю даем развитие хорошее. Но как-то меньше внимания всегда уделяли этому району. Этим самым я хочу показать, начиная с Ивья, что окраины – это тоже районы, которые должны развиваться как следует. Вот мы Юго-Восток Могилевской области взяли, ветку Восток Гомельской у него области. Что касается юга, пострадавшего в Гомельской области, так мы там уже все дороги протоптали. А вот такие районы, как Ивья или, допустим, Глуск Могилевской области, я тоже туда хочу поехать. Или на севере Кополь есть Минской области, я тоже туда поеду. Сейчас я пройдусь по этим районам, которые, ну, как ты говоришь, да, невалообразующая, которая где-то там, ну ладно, никто внимания не обращает и так далее. Но там-то наши люди живут. Вот поэтому особенность вот этой поездки, я просто хочу сейчас посетить отдаленные районные центры в каждой области. Деталёва кіраўнік державы ознайомился с работой предприемства «Лида Техмаш». Яно, до речи, приватное и за первые полгода экспортовало техники на 3 миллиона долларов. Новый рынок – Узбекистан, куда белорусские агрегаты накируют уже у хуткім часе. Так само кіраўніцтва компании попросило подтримки у державы у вырашэнні некоторых пытанняў. Проведение выпробования у техники, подтримка за мяжой на буйных выставах и вылучение местов для приватников у гандлёвых домах державных промысловых предприемствов. Александр Лукашенко звернул увагу и на работу бизнесу у древоапрацоўцы. Держава готова оказать содзейнічанне предпринимальникам и нават выделить площадь под поширение вытворчасти. Наступный припынок президента – Иўеўский центр культуры, где мясцовый ансамбль показал невеликий фрагмент спектакля. Молодым театралам Александр Лукашенко пораю поступать в Академию мастацтваў. Усім артистам ад імя кіраўніка державы уручили шоколад «Президент». Пасля Александр Лукашенко наведал выставу майстроў народной творчасти и поговорил с жыхарамі города. Я редко, откровенно говоря, бываю в этих районных центрах, но там же наши люди. Я всегда настаиваю на том, чтобы эти люди жили достойно. И честно вам скажу, вы меня удивили приятно. Я думаю, приеду сейчас в Ивья. Приеду сейчас в Ивья. А там, ну, дремучая какая-нибудь деревня или захудалый город. А когда сказал губернатору, что я приеду в Гродненскую область, я говорю, я поеду в Ивья. Он говорит, Александр Григорьевич, небольшой городок, может быть, не в Ивья, сейчас, позже, давайте туда. Я говорю, нет, я поеду в Ивья, я посмотрю, как вы работаете на окраине губернии, потому что
знаете, что начальники обычно вертятся там в центре, а до окраины не доезжают. И боялся, что действительно город запущенный, не столько внимания. Ну, слушайте, я когда приехал, да, я увидел, я губернатору говорю, ну ты вообще молодец. И это же не сделаешь к приезду. Оказывается, вы пережили нашествие уборочной кампании, у вас были дожинки. И вот после этого остался такой центр, да и городок. Ну, а вообще вы молодцы. Вы молодцы. Я наблюдаю больше по телевизору. Вы уже начинаете испанцам подражать. Помидоры. Гробите помидоры. Посмотрел, жалко стало. Я ж как деревенский человек. Выбросить помидор. А вы тут друг друга бросаете, топчете их. Ну, наверное, урожай хороший. Пообещал, что приеду, ну, не знаю, буду ли я драться с вами на помидорах на этих, но приехать посмотреть, ну, а может быть. Президент отзначил, что подчас поездки у Гродзенскую область хотел наведать миновито Ивья. Был приемно здивлены тому, как развивается населенный пункт. Справдилася мара и двух сестер с библейскими именами Ясфир и Авигея. С 4 класса яны марли познайомиться и зробить фотографию с президентом. Протягиваем выпуск. Добропорядкование Рогачева, вырашение земельных спрэчек и створение музея имя Владимира Короткевича. Гэтыя и іншыя темы прогучали сёння падчас прямой телефонной линии и приема громадян, якія провел старшыня гомельскага аблвыканкама Геннадий Соловей. По всех пытаннях ад насельніцтва дадзены тлумачэнні. Кожная узята на контроль. Аб тым, что хвалюе жыхароў Рагачоўскага района, сюжет Дмитрия Котова. Одной из первых на прямую телефонную линию звернулась Валентина Кравченко. Женщина проживает у одним из микрорайонов райцентра, агульная колькость жыхароў якого 4000 человек. Некоторые коммуникации пришли в заняпад. На особных участках дорог вялізные ямы. После дождей добраться до подъезда задача не из простых. Работы по добраупорядкованию дворовой территории, до речи, уже распачаліся. Однако женщина попросила гэтае пытанне взять на особистый контроль. Старшыня гомельского аблвыканкама подякаваў за активную громадянскую позицию и забегает наперед, скажем, после прямой линии и приему громадян, выехал непосредственно на место, где ознакомился с ходом проведения работ. Их первый этап завершится приблизно праз месяц. Керавництвам Рагачоўскага райвыканкама принято решение лепш зрабить меньше по объеме, але больше якостно. Покуль полностью добраупорядкование у микрорайоне не завершится, это пытание будет сярод наибольш актуальных. Были изысканы денежные средства из районного бюджета, порядка 350 тысяч. Значит, данная сумма сегодня определен подрядная организация, проводятся строительно-монтажные работы. Ну а ко второй части дворовой территории, если получится, то в этом году мы продолжим работу. Сярод агучанага сёння і добрая прапанова, якая прагучала ад Александра Лейкіна. Жыхар Рагачова выказаўся на конт стварэння музея імя Уладзіміра Караткевіча, які, дарэчы, з'яўляецца самым папулярным айчынным пісьменнікам у Беларусі. У райцэнтры ўжо ёсць вуліца і бібліятэка, які носіць імя праслаўленага майстра. Музей плануецца стварыць на месцы дома, дзе пісьменнік пісаў свае самыя знакамітыя творы. Будынак захаваўся да гэтага дня. Зараз тут жывуць родныя Уладзіміра Караткевіча, але па стане здароўя даглядаць за будынкам им складана. Старшыня гомельскага аблвыканкама ідэю падтрымаў, але адзначыў, што спачатку сітуацыю неабходна уважліва вывучыць, асабліва яе юрыдычныя аспекты. Мы посмотрим то, что переориентации под музей, то, что там люди проживают, посмотрим по этому вопросу. Мы учтем ваше предложение, посмотрим, как это правильно сделать. Спасибо. Земельные спрэчки, жилевые пытания, ремонт отделения Рагачоўскай ЦРБ. Тематика зворотов самая розная. До прикладу, на прием до губернатора пришел фермер с просьбой о предоставлении додатковых площад. Его 200 гектаров не хапая, каб утрымлівать каля 400 живел. У вынику показчики по вытворчасці молока упали с 24 литров на корову до 18. Старшыня аблвыканкама подкреслил, что фермеры, якія демонструюць добрые выники, повинны отрымлівать допомогу и поручил мясцовым уладам распрацовать варыянт. Увогуле усе пытанні, якія прагучалі сёння, узяты пад асабісты кантроль губернатора. Таксама стала вядома, што ў бліжэйшай будучыні выязныя прыёмы ў раёнах кіраўніка вобласці і яго намеснікаў будуць праходзіць два разы на месяц. Соответствующий график сейчас разрабатывается, и вы сможете ознакомиться с ним на сайте облсполкома, либо позвонив в отдел по работе с обращениями граждан и юридических лиц облсполкома. Кроме того, до проведения приема
как правило, будет запланировано проведение прямой телефонной линии, и те люди, которым тяжело, скажем так, приехать, либо не имеют возможности, смогут позвонить на указанные телефоны и задать напрямую вопросы губернатору либо его заместителям. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Рогачова. Знайсці один одного. Представники 11 предприемств и несколько сотен соискальников встретились сегодня на черговом мини-кермаше вакансии. Его провели в управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарвыканкама совместно с областной организацией Белорусского товариства «Червоного крыжа». Упершиню на мероприемство запросили каля 100 инвалидов, которые жадают працаулаткаваться. Об пропановах працадавцев и пожаданиях соискальников. Сюжет Марины Джалай. Віталь Краўченка некалі працаваў на прадпрыемстве святлотэхніка, потым некалькі гадоў займаўся вучобай, развіццём, удасканальваннем сваіх навыкаў. Малады чалавек інвалід па зроку, але не можа сабе дазволіць не працаваць. Ён бацька дваіх дзяцей. А гэта, зразумела, накладвае пэўныя абавязацельствы. Таму сёння Віталь прыйшоў абмеркаваць працоўныя перспектывы са старшынёй праўлення Гомельскай абласной арганізацыі БелТІС. На прадпрыемстве святлотэхніка зараз маюць патрэбу ў слесарах механазборачных работ. Граждане, которые подходили ко мне, я всегда говорю так. То, что мы сейчас с вами поговорим, это одно, а когда вы прибудете непосредственно на производственный участок и посмотрите своими глазами, ощупаете, понравится, пожалуйста. На светотехнике работал с 2003 до 2010 года слесарем механосборочных работ. Потом, значит, дома самостоятельно изучил работу на компьютере и успешно создаю сайты, администрирую интернет-магазины. Вот. Но в основном это российских. Хотелось бы, конечно, у себя, так скажем, на родине найти. И вот поэтому я вот пришел сюда на ярмарку вакансий, чтобы посмотреть, ну, есть ли, так скажем, свободные вакансии для меня именно вот в нашей стране. Беспрацоўныя людзі з абмежаванымі магчымасцямі могуць нараўне з іншымі праз службу занятасці атрымаць субсідыю для адкрыцця ўласнай справы. У напісанні бізнес-плану гатова дапамагчы абласная арганізацыя Беларускага таварыства «Чырвонага крыжа». Мы пригласили инвалидов, молодых инвалидов, и мы предлагаем помочь им написать проекты, которые будут реализовываться ими самостоятельно. Возможно, это открытие своего дела, возможно, это бизнес-инициатива. У нас прекрасный опыт по написанию бизнес-инициатив. Акрамя людей с обмежаванными магчимостями на мини-кермаш вакансии запросили тех, кто вернулся с места у позбавления воли и ожидая знайсти працу. Мы поработали с органами внутренних дел. Значит, те списки, которые они предоставили, направили письма, приглашение на принять участие. И была проведена соответствующая работа с нанимателями лиц с мест лишения свободы. С такой целью, чтобы дать возможность и нанимателю, но и наниматель уже сегодня тоже предупрежден и знает, что там на категория лиц будет, и с ними он вынужден будет поработать и принять на работу. На улику во управлении по праце, занятости и социальной обороне Гомельского гарвыканкама каля 1500 человек. С початку года тут допомогли працаулаткаваться 3000 гомельчан. На сегодня у городским банку вакансии еще свыше 3000 пропанов. Марина Джала, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель». Радостный день для будущих першоклассников. Сегодня больше как 30 детей отримали наполненные канцелярскими приладами портфели. Акция «Сбери портфель школьнику» прошла у Ирининской гимназии Гомеля. У мероприемстве удельничали громадские организации, представники предприемств и районных уладов. Кто отримал подарунки, ведают наши корреспонденты. Сегодня же разволновался, ведь долгожданный день начался. Пойду я в школу первый раз, да здравствует мой первый класс. Як не хваляваться, коли 1 вересня усяго праз 10 дзён. Хвалюются не только дети, але и, безумовно, их батьки. Покупка усіх необходных для школы речов справа отказная. Вопратка, абутак, канцтавары пералічваць можно долго. Каб спрастить для некоторых семьяў такую задачу, на перады дні кожного навучального года проводится шмат таких мероприемств, як сёння. Сегодня будет вручено 32 портфеля детям, которые будут укомплектованы полностью канцелярскими принадлежностями. Ну, а также еще будет дополнительно 18 комплектов вручено детям, которые находятся в домах семейного типа.
У добрачынных мероприемствах заўсёды прымае ўдзел абласная арганізацыя Беларускага саюза жанчын. У межах акцыі «Збяры школьны партфель», яе актывісты напярэдадні новага навучальнага года падарожнічаюць па рэгіёне і дораць дзецям не толькі партфелі, але і сваю пяшчоту і дабрыню. Нашы первакласнікі і іх родзіцелі сабіраюць дзяцей у школу і испытваюць агромнае валненне, переживая за тем, как сложится будущее каждого своего ребенка. И сделать маленькую радость, а именно пойти успешно в школу и подарить частичку счастья в виде портфеля, мы считаем нашей первейшей обязанностью. До віншавання долучились и медицинские работники, те, кто разом с батьками клопотится об тем, каб наши дети росли здоровыми и моцными. Любая женщина – это прежде всего мама. И нельзя делить детей на «это мои, это чужие». Потому что дети – это солнышки, которые нас освещают, которые нам дают позитивную энергетику и помогают нам разобраться, что самое важное. Портфели разом з усімі неабходнымі канцелярскімі прыладамі сёння атрымалі больш як 30 сем'яў, якія сёлета адпраўляюць сваіх дзяцей у першы клас. Прычым такую дапамогу аказваюць тым, хто мае ў гэтым першачарговую патрэбу – шматдзетныя сем'і і тыя, у якіх растуць дзеці-інваліды. Несмотря на всё волнение перед школой, мы надеемся, что да, они будут учиться, хорошо учиться, ходить с удовольствием в школу, поддерживать друг друга, помогать. Хутка 1 верасня – свята бацькоў, дзяцей і настаўнікаў. І вельмі важна, каб кожны ў гэты дзень адчуваў сябе утульна і ўпэўнена, каб старт навучальнага года быў яскравым і запамінальным. Марына Джалая, Алеся Рудзянкова, Яўген Макеенка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Прыпрануцца да восені або сабраць дзіця да школы ў гэтыя выхадныя можна будзе танней. У Беларусі пройдзе акцыя «Адзін дзень скідак». Такая інфармацыя размешчана на сайце гомельскага гарвыканкама. Купіць нехарчовыя тавары па даступных цэнах можна будзе 24 і 25 жніўня. У гэтыя дні пакупнікоў чакаюць скідкі не менш як 15-20%. Працягваем выпуск. Служба ў арміі ганарова і неабходна. Гомельскае аддзяленне Беларускага фонду міру ладзіць новую акцыю. Яна запланаваная на канец кастрычніка. Маладыя людзі прызыўнога ўзросту наведаюць вайсковую часць 55-25 і пагранічную заставу Лояў. Юнакоў пазнаёмяць з умовамі жыцця салдат, іх распарадкам дня і абавязкамі. Мерапрыемства заклікана дапамагчы хлопцам пераадолець бар'еры і страхі, што тычацца армейскай службы. Дарэчы, за першае паўгоддзе 2019 года гомельскае аддзяленне Беларускага фонду міру правяло 48 міратворчых адукацыйных і дабрачынных акцый. Сярод іх, напрыклад, міжнародныя дзіцячыя лагеры дружбы і міру, якія наведваюць дэлегацыі юных міратворцаў з Расіі і Украіны. Да дня яднання Беларусі і Расіі адбыўся візіт у Бранскую вобласць. Шмат увагі надаецца патрыятычнаму выхаванню моладзі, напрыклад, праз арганізацыю паездак да мемарыялаў і правядзення маршаў міру. Працягваюцца ў рэгіёне такія вядомыя акцыі грамадскага аб'яднання, як «Дарагое слово мама» і «Мы славім чалавека мірнай працы». Если мы человеку скажем доброе слово, поощрим его, он же завтра будет работать еще лучше. А на его посмотрят его же соседи, они скажут, а я почему такой? И этим самым мы поднимаем роль, престиж труда. Потому что труд, я считаю, это основа жизнедеятельности. Если мы все будем хорошо работать, значит, мы все мы будем обеспечены, следовательно, будет мир, взаимопонимание, согласие и так далее. За организацию акции и великий уклад в миротворчую деятельность 16 активистов объединения отримали подяки и медали. Гэтыя, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Дзякуй за ўвагу і да новых сустрэч у эфіры. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Обыскали дом и нашли там самогонный аппарат и 235 литров жидкости с запахом браги. Милиционеры проверили информацию о нарушении антиалкогольного законодательства одним из жителей Гомеля. И, как оказалось, не зря. Хозяин хранил у себя бочку с жидким натурпродуктом и аппарат для самогоноварения. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение и, видимо, взялся за былое. Назначена проверка, самогонный аппарат и обнаруженная жидкость направлены на экспертизу.
А вот милиционеры из Лоевского района не дали созреть урожаю конопли. Дикорастущую плантацию дурмана они обнаружили около деревни Ручаевка, неподалеку от молочно-товарной фермы. Тут даже пригнали трактор из хозяйства совхоз «Заря». Скосили и закопали всю потенциальную марихуану. Вес убранного растения составил 700 килограммов, а произрастала конопля на площади почти в гектар. Напомним, что с начала лета в рамках специальной программы «МАК» правоохранители Гомельщины уничтожили уже несколько десятков тонн растений, конопли и мака. Вынесен приговор рецидивисту, который весной этого года избил на улице двух женщин и изнасиловал девушку. Напомню, что фигурант этой истории приехал из России, где отбывал срок за причинение тяжких телесных повреждений. Выпив со случайным знакомым, он сбил прохожую прямо на остановке, а через неделю повторил то же самое с другой женщиной. А еще через час в микрорайоне Сельмаш напал на 20-летнюю девушку. Совершив изнасилование, он забрал у нее из кошелька деньги, которые тут же потратил на пиво и сигареты. По совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 17 лет с отбыванием первой пятилетки в тюрьме, оставшейся части в исправительной колонии строго режима. Также в пользу потерпевших мужчине предстоит выплатить 5000 рублей денежной компенсации за причинение морального и материального вреда. К обстановке на дорогах региона. В Калинковичах 5-летний мальчик попал под автомобиль, когда тот буксировали на гибкой сцепке. По словам водителя буксируемого автомобиля «Опеля», ребенок неожиданно выбежал из-за припаркованных у края дороги машин. Мальчик получил травмы и был госпитализирован в районную больницу. Врачи оказывают юному пешеходу необходимую помощь. Мосавтоинспекция в связи с произошедшим обращается ко всем участникам дорожного движения, в частности к родителям, не оставлять своих деток, особенно в темное время суток, играть одних на улице. А сегодня в Гомеле на участке автодороги Централи-Турицкая, недалеко от химзавода, в ДТП погиб мотоциклист. Авария произошла с участием автомобиля МАЗ. Оба транспортных средства двигались в попутном направлении. В причинах аварии разбирается ГАИ. Инспекторы выясняют обстоятельства. Погибшему мотоциклисту было 35, водителю грузовика – 23 года. К этому часу это все новости. Следите за происшествиями вместе с «Де-факто» и оставайтесь на «Беларусь-4». До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. 80 семей соберет в Гомеле областной фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья». Футбольный праздник пройдет в субботу, 24 августа, на стадионе «Сдюшор номер 8». В нынешнем году фестиваль серьезно прибавил количественно. В Гомельской области, помимо областного, состоялись три районных отбора – в Речице, Мозыре и Калинковичах. В каждом из них состязались по 40 спортивных семей. На областном список вдвое длиннее. Всего же в регионе фестиваль охватил 200 семей. Только 14 из них отправятся на республиканский финал, который состоится 14 сентября в Минске. Прошло уже три районных фестиваля, и этот фестиваль он будет отдельно от районных, потому что там три семьи победителя выходят в финал в республиканский, который будет в городе Минске проходить 14 сентября. И здесь на финальном областном этапе будут 5 семей отбираться, которые будут участвовать. Соревновательная программа традиционно ничем не отличается от предыдущих фестивалей. Папы, мамы и дети играют отдельно. Последних поделят на 4 возрастные категории – младшим 5 лет, старшим 17. Стартует областной этап отбора фестиваля «Папа, мама, я. Футбольная семья» в 11:00 на поле стадиона «Сдюшор номер 8». Женская команда гандбольного клуба «Гомель» завтра отправится в российский Звенигород, где примет участие в международном турнире «Звезда Гандбол Кап 2019». Соперницами гомельчанок будут российские клубы «Звезда», «ЦСКА» и «Лада», а также финский «ХИФК» и сборная Казахстана. 23 августа в первый соревновательный день подопечные Томаса Чатера сыграют с «Ладой» и хозяйкой паркета, гандболистками «Звезды». Мужская команда гандбольного клуба «Гомель» в эти дни находится в Украине, в Запорожье, где участвует в турнире памяти Ивана Соболевского и Бориса Беликова. Пока подопечные Сергея Цыганкова без побед. Поражение от израильского «Хапоэля» и украинского «ЗНТУ ЗАЗ». В воскресенье гомельчане уже сами будут принимать гостей в международном турнире, который пройдет на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта. Примут участие молдавский ПГУ, украинский ЗНТУ, российские чеховские «Медведи» и могилевский «Машека», а также хозяева – гандболисты Гомеля. Сроки проведения турнира с 25 по 27 августа.
Главный тренер хоккейного клуба «Гомель» Сергей Стась подвел итоги выступления команды на Кубке Руслана Салея. Напомню, что «Рыси» заняли второе место в группе А и не сумели пробиться в плей-офф. В интервью, которое пресс-служба разместила на официальном сайте клуба, главком отметил, что в целом игрой команды доволен. Причем неплохо себя проявили как местные, гомельские, так и приезжие хоккеисты, в том числе и легионеры. Целью на турнир было посмотреть игроков в деле и продолжать планомерную подготовку к предстоящему старту чемпионата страны. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».